Конкретная цель – переломить шорт. То, что сейчас происходит с GameStop, вполне может разрушить сразу несколько хедж-фондов, если они по глупости начнут шортить. Сколько сегодня подняли? 5 миллионов. А вчера? Еще 4. Милый. Да? Мы же типа пипец как богаты. Сколько сегодня потеряли? 1 миллиард. А вчера? 1 миллиард. Главная новость дня – Melvin Capital Management. Тот самый хедж-фонд, который на днях буквально подвергся нападению целой армии индивидуальных инвесторов, пытающихся поднять цену акции GameStop, понес довольно ощутимые убытки. Милый, какие убытки? $6 миллиардов 800 миллионов.